Князь Владимир крестил Русь в 988 году. В истории Владимира называли великим. Народ прозвал его «Красное солнышко», а в православной церкви он – святой равноапостольный. Принятие новой единой веры, православного христианства, стало серьезным шагом к объединению всех русских земель. Крещение Руси – это толчок к новому этапу развития всей культурной и социальной жизни страны. Это был переломный момент в том, что еще мы, так сказать, были соединены не только между собой, но еще с миром всего христианства, также и западным, и восточным, то есть Константинопольская церковь и Римская церковь. Для каждого верующего человека крещение Руси – это особенный праздник, повод вспомнить о собственном крещении, о своем пути к Богу. В этот значимый для всех православных день в храмах Сарова и всей страны служили праздничную литургию и молебен, а ровно в полдень по благословению патриарха Кирилла прозвучал торжественный колокольный звон. Вся Русь была построена именно на вере в Бога, на православии. Все искусство было построено, вся литература была построена вот на этом. И поэтому переоценить, недооценить православие в нашей жизни очень трудно. Поэтому я думаю, что это преломный момент в собрании наших народов, наших племен. Каждый верующий этот праздник призван провести в молитвах и богоугодных делах. День крещения Руси и память святого равноапостольного князя Владимира официально отмечаются с 2010 года. Светлана Ярунова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.